Его необыкновенную жизнь. Но самое удивительное, Лиза, что я знал его мать. Она была вожаком волчьей стаи. Наводила ужас на всех, кто встречал ее на пути. Волчьей стаи? Да, именно волчьей. Хотя сама она не была чистокровной волчицей. Я хотел даже заперти. Это был коварный и опасный зверь. Она знала дикий закон леса так же хорошо, как привычки людей. И я при встрече с ней едва не платил за жизнь. Ты? Ты мне никогда об этом не рассказывал. Где это было? Это было за день Югона. Много дней мы двигались по снежным просторам далеко у себя. Глубокое молчание царило вокруг. Казалось, не было конца этому трудному, тяжелому пути. Между тем, число собак наших зверей с каждым днем уменьшалось. Спасение собак над нами нависала угроза остаться навсегда в этом снежном плену. Мы понимали, что это волк весьма не любит и пожирает наших собак. Но как и когда они это делают, для нас оставалось загадкой. Данная мать для волка никогда не дал бы никакого. Больше всего зверю покупать неупрежный металл. Я не люблю сидеть встречать хвостом. Эй, ты, как тебя? Лохматый! Пойди сюда! Слушайте, у нас все-таки патроны. Проиграли быстро. Я не могу прохнуться. Что вы скажете? Двери. Пожалуйста, дай ружье. Так и должно было быть. Я убежден, что волчица прежде, чем стать врагом, была у людей. Именно она звонила двух наших собак на прошлой стоянке. Да, это послышит тебя. Пойду вернусь за нее. Я спрячу вашу ящик, засрали. Только не пойди далеко от саней. Помни, что у тебя всего три патрона. Если сейчас тайна бросит на тебя, твои три заряда будут для нее не больше, чем ты щелчка. Ничего, я бывал перед похуже. Не выходил тут гимн из воды. Наступили теплые дни. Холод перестал управлять жизнью животных. И на смену ему пришел самый могучий закон природы. Великий инстинкт заботы о потомстве. Забыто было время, когда волки жили голодной стаей. Теперь они, как и все обитатели леса, разделились на пары, стали жить семьей.
каждом уголке леса билось нежное сердце матери. Мать собрят, целый день не находит покоя. Зорко следит она за детенышами, охраняя их от малейшей опасности. Вот и рыжая волчица. Теперь она мать и маленьких волчат. Мать и отец одинаково заботятся о семье. И все же волчица не разрешает отцу прибираться к тёшке. Поэтому отец никогда не ходит в пещеру. Волчат росли. Им нужна была пища. И родители им за ним искали её. Горный зло в общем видит волчицу, но острое чутье предупреждает его об опасности. Добыча ушла, но волчица продолжает охоту. Рысь нарушила законы леса. Она пришла в чужое владение. Новый день. Ураган нес много жизни. Погибла рыжая волчица, погиб волк-отец. И сихим уцелел только один, серый волчонок. Все было неизвестно волчонку в этом большом мире. Глазам стало больно. Все залогло каким-то туманом. Предметы разбудились, черта не исчезли. Но вот глаза привыкли к свету, и все изменилось. Страх перед неизвестностью удерживал волчонка на месте, но какая-то властная сила влекла его вперед и вперед. Все занимало волчонка в этом новом мире. И трава, и цветы, и горы, и гуманящий воздух, и манящий дарь. До сих пор волчонок жил в пещере и не знал, что такое высота. И все же что-то сдерживало его, подсказывало ему, что нужно быть осторожным, бояться высоты. Но любопытство поборол страх.
Каждый новый шаг обращал его в толпу. Но этого было еще слишком мало. На первый раз ему просто везло. Волчонок впервые не видел енота. Он не знал, как привести им свою пищу в воде. И вообще не знал, что такое вода и что такое енот. Но еноты были забавны, а волчонок был молод. И он забыл всякую осторожность. Волчонок впервые попал к людям. И здесь, в дружной индейской семье, он получил свою кличку «Белый клык». Очень интересная история. Мне не все ясно. Скажи, почему волчонок попал к людям? Так легко и борьбы колюки? Почему не потянул обратно в лес на свободу? Не забывай, что волчонок был еще очень молод. Характер его не сложился. Он был подарок Пагуина, и мог завести любой облик под влиянием окружающей его среды. И кроме того, он не был чистокровным волчонком. От своей матери, рыжей волчицы, он наследовал большую часть собачьей крови. А сам весь лесу, он, вероятно, стал бы хищным зверем.
Но все произошло иначе. Случайная встреча с людьми пробудила в нем самый сильный чувство привязанности к человеку. Белый подостал. Голос собачьего вытеснил и подавил в его душе зубы леса. Он нашел место в жизни людей. Научился слушать им и стал их другом. Но клыку пришлось пережить огромную перемену в судьбе. Индейцы продали его. И он попал в руки жестокого человека, которого на смешку за уродство прозвали «Красавчик Смит». Это была страшная перемена. Новый хозяин бежал на воду, держал его в клетке, ловил собаку, связал и бежал за ним. Он стремился уничтожить в клыке все чувства, кроме злобы, а злобу сделать огромной. Для чего он все это делал? Он нажимал на нем деньги. Клык нужен был ему просто как средство наживы. И «Красавчик Смит» добился своей цели. А, клык! Ha ha ha!
Александр, я возьму.
повторного удара. Вот за этим. Вот за этим не будет. Ты хочешь? Все еще боишься? Есть. На мясо. Мясо хочешь? Ну, на. Ну, на, ты. На, губы. Ну, возьми. Ешь. Ну, на. Вот, ты. Там удар. Ну что, вот еще? Нет, дружище, ты теперь получишь обе руки.
ночь!